На этикетках продукции компании «Тиротекс» всегда одно и то же. В составе 100% хлопок – это константа, гарантия качества и комфорта. А вот в наполнении подушек участвует исключительно синтетика – 100% полиэстер. Наполнителем подушек, производимых нашим предприятием, является синтетический материал, а именно силиконизированные синтетические шарики. Преимуществом такого материала является то, что они гораздо дольше служат и не слеживаются, очень хорошо пропускают воздух и принимают форму нашей головы. Привычный нам пух и перо – отличная среда обитания для пылевых клещей. В полиэстере им просто не выжить. Уход за такими подушками является очень легким. Они подлежат стирке в обычной стиральной машине при 40 градусах и при малых оборотах. Причем вынимать наполнитель из подушки не нужно, это дополнительно упрощает уход. В подушках со стежкой синтепон вшит и в сам чехол для дополнительной мягкости. Наше предприятие производит подушечки самых разных размеров на любой вкус. Начиная от самых больших, это 90 сантиметров на 80, и заканчивая самыми маленькими, 35 на 35, мы можем удовлетворить любого покупателя. Подушки есть для сна, таким нужен гардероб, переодеваются из комплекта в комплект, а есть те, кому дополнительная одежда не нужна. Они и есть украшения спальни и гостиной. Любителям французской живописи придутся по вкусу подсолнухи Ван Гога. Качество печати позволяет разглядеть мазки кисти. Из этой же коллекции ночная терраса кафе Варли. Кафе существует и сегодня, и носит имя художника, который очень любил писать ночь. На оборотной стороне день в исполнении Клода Моне, кувшинки в его саду Живерни. А это его же маки. Оригинал хранится в Париже, а копию можно найти на подушке компании «Тиротекс». Для украшения детской подушка 35 на 35, и здесь живопись маслом в высоком разрешении. Весь размерный ряд одинаково удобен и клонит в сон, как и положено, идеальной подушке.